Я на этом турнире второй год участвую. Турнир набирает ход, то есть он с каждым разом лучше. Второй год, в прошлом году, может, уровень не такой высокий был, да? В этом году уже более такие команды посерьезнее и из других стран, и уровень поднимается, можно сказать так. Вы очень хорошо делаете рекламу на этот турнир, да? Вы показываете хороший ролик, у вас хороший сайт, там все показано, все ролики, все расписано. И команды других стран все это видят и знают. И здесь хорошие поля есть, имеется все рядом. Город красивый, дети отдыхают. Я думаю, что сюда только надо приезжать командами и играть. Ну, каждый год, когда руководители делают турнир, они всегда с каждым годом набираются опыта, как и молодые футболисты набираются опыта. Да? И я считаю, что у вас хорошая организация, и с каждым разом у вас здесь будет лучше. Я думаю, что ничем не отличается. Были в Лейпциге, ну, может, там больше команд Бундеслиги там играли, да? Но здесь, я думаю, со временем здесь будет хорошая команда приезжать, и уровень будет действительно высокий, как и в Европе. Все это со временем придет.